Колпашицы могут присоединиться к всероссийской акции «Свеча памяти». По данным администрации региона, она стартовала 15 июня. И в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса проходит в онлайн-формате. До 22 июня зажечь свечу памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф. Специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей. Именно столько граждан СССР погибли за годы Великой Отечественной войны. Также участие в акции доступно в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Пользователи могут не только поделиться информацией о проекте, но и подарить свечу памяти своим друзьям с 20 по 22 июня.